Сегодня в Рязанском храме Вознесения Господня собралось немало верующих. Сначала здесь прошла служба, затем праздничное чаепитие. Для нашего храма этот день необычный, потому что это престольный день нашего храма, престольный праздник у нас совершается, особое торжество. В этот день богослужение у нас возглавляет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Совершается крестный ход после литургии, приходит много людей, из других храмов приходят, чтобы почтить этот праздник. Вознесение Господне – один из важнейших праздников в православии. Для Рязанского Вознесенского храма это престольный праздник. На торжество приехал митрополит Рязанский Михайловский Марк и поздравил всех верующих. Для любого православного человека это один из 20-х праздников, так как он в нашем храме престольный, то от этого особенно радостно, потому что сегодня более торжественная служба, больше прихожан, такая погода хорошая. Я была в храме. На службе? Да. А потом чай пили? Напомню, что праздник Вознесения установлен в честь события Вознесения Господа Иисуса Христа на небо. Само событие Вознесения произошло, как свидетельствует Евангелие, на 40-й день после Пасхи. Поэтому праздник приходится на четверг 6-й недели после Пасхи. Сегодня что порадовало, несмотря на рабочий день, было очень много народу, были люди из других храмов очень много. Вот, и что доброжелательность вот к друг другу мне очень понравилось, улыбались все. У прихожан храма праздничное настроение. Сегодня сюда пришло немало семей с детьми. Много всего было интересного. Приехал владыка, с нами побыл, провел службу у нас. Потом разливал чай из огромного самовара. Все было очень хорошо и здорово. Протоиерей Арсений Вилков поздравил всех прихожан с праздником. Я с глубокой радостью поздравляю всех рязанцев, жителей и гостей нашего города с праздником Вознесения Господня и рад всех вас видеть в нашем Вознесенском храме. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».